Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Многие рыбаки думают, что не существует подкормки для хищных видов рыб, но это заблуждение. Конечно, обычная злаковая прикормка не подойдет, и щуку она не заинтересует. А как насчет крови? Наверное, каждый знает, что хищная рыба, особенно пираньи, чувствует кровь за милю. А чем щука хуже? Конечно, за милю щука кровь не почувствует, но за сотню метров она точно способна учуять раненую рыбешку, истекающую кровью. Так этим инстинктом щуки можно и воспользоваться. Нам просто нужна кровь. Но где же ее взять, спросите вы? Ответ очень прост – на рынке в мясном отделе. Для этих целей подойдет абсолютно любая кровь любого животного. Просто заморозьте немного крови, и вам хватит ее на всю зиму. На рыбалке плесните немного крови на снег, слепите кровяной комок и киньте в лунку, где стоит жерлица, или в лунку, где вы охотитесь на зубастую с помощью искусственных приманок. Стоит отметить, что щука приплывет не сразу и нужно немного подождать, но этот метод однозначно повысит частоту поклевок хищника в разы, и это проверено неоднократно опытными рыбаками. А вы использовали кровь в качестве приманки? Поделитесь своим опытом с нами в комментариях.